Нет, ребят, это не тот автомат, из которого мы будем доставать наши игрушки. Он нам нужен немножко для другого. В этом видеоролике мы хотим узнать, сколько игрушек можно выиграть на 10 тысяч рублей в автомате «Хвататель». И проводить этот эксперимент мы будем не в ангаре, а где-то в торговом центре. Но встает логичный вопрос, а нахрена вам тогда этот автомат? Это вы узнаете чуть позже. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обязательно заполнить этот автомат игрушками. А где их взять? Правильно, выиграть в другом автомате. Как раз для этого у нас есть 10 тысяч рублей. Конечно, это немножко нелогично, выигрывать призы в чужом автомате и класть их в свой. Но это наши дебильные эксперименты, это мы, здесь нет здравого смысла. Погнали! Одна игра стоит 10 рублей, значит на 100 рублей мы сыграем 10 раз, а на 10 тысяч рублей 1000 раз. Блин, короче, мы тут надолго. Так, давайте достанем, допустим, вот медведя. Давай! Нет! Мы не смогли этого сделать. Блин! Блин! Короче, играть одному 1000 игр, это будет крайне тяжело, поэтому мне помогут ребята, чтобы нам было легче. На самом деле, они хотят просто поиграть. Ребят, сыграв 10 игр, я выиграл... Ни хрена я не выиграл. Осталось 990 игр, и в принципе... Я думаю, что мы опустошим этот автомат напрочь просто. Так, я думаю, надо подключить ребят уже. Кто хочет первый? С самого детства я играл в него, и иногда я что-то, ну, выигрывал. Так что я надеюсь, что сегодня мой день. Так что поехали. Невозможно выиграть. У меня уже жопа горит, а я всего лишь 3 раза поиграл. Дурацкий автомат. По пятю не скиньтесь, пацаны, пожалуйста. Затащил, запотел, затащил, забрал приз. Я назову его счастливчик. Когда подошла очередь Дениса, аппарат перестал принимать деньги. И мы отправились играть в другие автоматы с игрушками. В большинстве аппаратов игрушки были сильно утрамбованы, и шанс достать игрушку был очень мал. Это провал. Да как? Просто как? Но несмотря на наши проигрыши, были и позитивные моменты. Ну нельзя рано радоваться. Есть, это мёдное. Это что, твоя медная? Хорош. Пацаны, поздравляю. Спасибо. Я хочу черепа. Ты видел это? Алло, что за хрень? Да! Да! Я выиграл черепаху. С какого раза? Я тебя ненавижу. Я достал усатого дельфина.
Давай, давай, давай. Да ладно. Где игрушки? Да, где? Пожалуйста. Наконец-то мы вытащили этого карася грёбаного, наконец-то. Ясно. Сразу две игрушки. Да, ребят, мы это сделали. Мы сыграли в автомат 1000 раз. Я не думал, что это настолько сложно. На улице уже темно. Давайте посмотрим, сколько игрушек мы выиграли на 10 тысяч рублей. Ребят, вы только представьте, мы потратили 10 тысяч рублей, сыграли 1000 раз и выиграли всего 26 игрушек. Процент выигрыша составляет менее 3%. Исходя из этой статистики, я могу предположить, что каждая игрушка нам обошлась примерно в 385 рублей. 385 рублей? За что просто? Если вы уж и хотите попытать свою удачу, то делайте это там, где не нужно платить деньги. Вы можете, конечно, сказать, что такого не бывает и ничего бесплатного нет. А вот и есть. Между прочим, подписка на мой канал абсолютно бесплатная. И подписавшись всего один раз, вы сможете регулярно получать от нас супер крутой контент. И плюс ко всему вы сможете выиграть PlayStation 4. Кстати, сегодня последний день розыгрыша, так что если вы хотите участвовать, то нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк и в комментариях написать «Я участвую» и ссылочка на соцсеть, на любую. Розыгрыш пройдет в прямом эфире в моем Instagram в субботу 12 сентября. На Instagram можете подписаться, чтобы ничего не пропустить. В сторис я уже более подробно выставлю точное время прямого эфира. И очень важно, ребят, если вам вдруг кто-то напишет и скажет, что вы выиграли и будет с вас требовать какие-то деньги, шлите их в жопу. Я этого делать не буду, и я с вами лично свяжусь. Так что, ребят, красная кнопка, я думаю, вы знаете где. Лайк, я думаю, вы тоже знаете где. Ну а мы возвращаемся к нашему автомату. Давайте сейчас сыграем 10 раз, но уже на нашем автомате. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы только представьте, 6 игрушек из 10. Наверное, я просто научился играть. Но как бы не так. Ребят, если вы думаете, что выигрыш зависит только от вашей ловкости, я вынужден вас огорчить. Ваш выигрыш зависит только от жадности владельца автомата. Сейчас покажу подробнее. В каждом автомате есть специальная плата, отвечающая за силу сжатия клешни. Сейчас сила сжатия клешни выкручена на минимум, а это значит, что шанс на победу составляет 0%. Я думаю, теперь вы понимаете, почему 0%. Да потому что эта клешня вообще не сжимает. Вот именно по такому же принципу и настраивают вот такие автоматы в торговых центрах. Не ставят, конечно, 0, но примерно 10-15%. Ну а теперь ставим силу клешни на максимум. И вот только в этом случае, когда клешня выкручена на максимум, от вас что-то зависит. Вам нужно всего лишь четко расположить клешню над игрушкой, и все. С максимальной вероятностью клешня вытащит вам игрушку. И, кстати, ребят, хочется отдельно сказать по поводу всяких лайфхаков, по поводу комбинаций, которые способны обмануть такой автомат. Их просто нету. Их не существует. Хочется также отдельно обратиться к владельцам таких автоматов. Не кажется ли вам, что делать вероятность победы ниже 30% – настоящее свинство? Даже в лотерейных билетиках вероятность победы составляет 33%. А как показал сегодняшний эксперимент, у нас был шанс на победу ниже 3%. По-моему, это настоящий грабеж. Я, конечно, понимаю, что это все бизнес, но наглеть не стоит. Но на этом у нас все. Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Не забывайте про подписочку на канал,
лайк. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока.